Есть! 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 Отлично. Извините, это был выброс адренодермалина. Смотрите, сейчас за Магдалину, блин, дойду чуть ли не до конца, блин. Я вас уверяю. Я думал, а за Зель, типа, сейчас, да, изи, изи, пизи, а что-то на нихера не изи, вообще не пизи даже. Вообще какая-то фигня. Ты гнида. Кучерявый. Где-то 7 ударов где-то на него ушло. Смотрите, на золотую сейчас будет бомба одноглазая. Плюс 5 ядовитых бомб. Вот это я понимаю, вот это подгон. Вот тут сундучки. Классный сундучок, спасибо. Блять, я мог бы сюда не идти вообще-то. Чуть не сдох, блин. Кстати. Чуть не сдох на первом уровне. Придется взрывать, как говорится. Фу, блин, я чуть не сдох на первом уровне. Это капец. А что я сюда зашел? Блин, комар, иди в жопу. Фу, рыгаешь. Пфф, своих же, блин, этих подсосников убил. Дебил. Так что там по новому фанфику уже будет? Придумали? Что писать? О, соска. Тромби, размер слез плюс дальность. Ну, в принципе, класс. Блин, смотрите, сколько у меня хп. Зазазель, Зазазель, столько, блин, не отсосет хп, сколько вот у меня сейчас уже есть. Я пошел. Так. Золотуха. О, это этот. А что дает? Ты отдохнувший, защищенный. Ну, в принципе, я ничего не понял. Но очень интересно. Вот это я понимаю, вот это сложно было, очень сложно. Блин, скорострельность бы. Уф. О, майки. Майки пошли, майки. Сука. Левая, сука. Смотри, а у меня какая-то... У меня шар. У меня был шар. Это что-то связанное, наверное, с вот этим клеем. А хотя нет, может и нет. Двойка треф. Бомбочки, мои бомбочки. Кайф. Что это за платок? Разве что платок, ну либо пилюлю взять, если в принципе взять. Либо можно докинуть вот сюда до полтишечка. До полтишечка. Либо можно вообще взорвать нахрен. Куб вроде перерол предмета. Угу. Он как карта. При использовании меняет... Ага, это карта. Все, понял, если это карта, то... Отлично. D6 плюс D20. Хорошо. Пятерочку сюда, но все равно не хватит. Ладно, пойду я еще, знаете что, сейчас пока пойду тут пройдусь. Вы там пока понаписывайте в чате. А если вот так вот... Не, наверное, не взорвется, да? Ну вот, что я вам могу сказать. Тупо бабки. Раз так уж пошло... Как говорится, почему бы и не... Оу, май. Это-то вот каждая муха над своим дерьмом летает. Знакомься, это Айзек. Да. Блядь! Так, ну ладно, вот это пока не берем. Пойдем туда сходим. И змея, змею я как-то брал, какое-то говно. Да. Ну что, хвост... Хвост, пидорасы, понаставили огней. Смотрите, короче, чат, шо, как вы думаете. Вот это, кстати, выглядит прикольно слева. За два сердца. А хвост, ну то что, в жопу себе засунуть, что ли, я не знаю. К чему он? Тут надо кота собрать. Не, ну выглядит, конечно, козырно. Поток кровавого лазера. Блять. Ну выглядит, конечно... Он по пол сердца берет. Шо это? Я наркоманом стану? Смотря кого. Бля! Шо я сделал? Бля. Чё у меня это окно уменьшилось? Шо я нажал?
Синтол. О, так это Кирилл Терешин. Такое? Еба, у меня такого еще не было. Прикольно. Блин, надо заходить в комнату и сразу заряжать свое это, свой удар. О-о-о. Штанишки. Блин, как же классно. Да вы шо? Я просто не жалею, шо взял эту штуку. Я не знаю, что может быть лучше. Просто лучше может быть просто нажимаешь кнопку и ты просто проходишь все уровни. Все. Лучше не может быть. Вообще, блядь, тупо заходишь как батя и выходишь как мать. Блин. Так, смотри, ну вообще, мне вообще делать ничего не надо. Я просто, типа, алло, здравствуйте, пошел в жопу. Все. Все. Пойду бомбить. Блин, братишка, я понимаю, как тебе херово сейчас. Ты беспомощный просто. Блять, зачем ты меня бьешь? Ты чувствуешь себя плохо от того, что ты проиграл мне. О! Скорострельность плюс скорость снаряда. Пфф, козыр, козыр. Ну что, пацаны? Козыр, козыр. Бамба-бимба. Ладно, идем дальше. Это только четвертая сейчас пойдет. Четвертый уровень. Блин, капец, а еще тут. Там мамаша скоро, кстати. Это уже рука мамаши может появиться. Скоро. Блин, я тут наготове. Ух ты, классно. Я не знаю, что это такое. Но я думаю, на этом персонаже можно брать. Ну, в принципе, даже лук можно было бы, наверное, брать. Что оно дает, интересно? Ну, давайте рерол. Ну что, лучше? Это не сухой лук, это не тот, вернее, не мертвый лук, это живой, это живая репа, наверное, да? Как говорится. Пфф, конечно, полезно. О, зарядка просто пошла в козырно. Так, ну что, пацанва, я иду вверх. Ты что за мной ходишь? Я что, сексуален такой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это за знак вопроса? Блин, а что за знак вопроса? Какой-то рандомчик выпадет. Блин, может быть, стоит. Блин, дайте мне монетку одну. Блин, я хочу знак вопроса. Блин, что за знак вопроса такой? Ух ты, блядь. А, хотя, в смысле. Есть! 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 Отлично. Извините, это был выброс адренодермалина. Ну шо? Блять, и шо? То есть, а я думал, оно сразу даст, а оно не даст, получается, сразу. Это типа как активка, не активка, артефакт просто, который... Понятно, это в будущем, короче. Кто это у нас тут? Блин, а если мы умрем сейчас, как думаете? Сука, блядь, тут умереть надо, это быть... Надо быть не бинарным котом. Еще плюс скорость снаряда, я просто козырный. Ладно. Все, харе, давайте двигаться дальше, а то мы так будем двигаться еще 38 часов. Так, мамаша. Я так понимаю, да? Ой, жопы, жопы, жопы. Лох. Вот тут, кстати, похоже на то, что может быть секретка, но не похоже. Это я так сразу уже говорю. Блять. Дебил. А это этот пластмассовый черт. Смотрите, полный заряд выносит ему просто очко. Блин, это прекрасно. Это просто прекрасно. Очень прекрасно, очень прекрасно. Не, ну если я сейчас мамашу, вернее, если я сейчас до сердца не дойду и не убью его, то есть не, ну,
не возьму одно сердце, получается, не убью мамашу, то я просто, я не знаю. Здоровье, блядь. Что-то мне вообще везет, просто везет. Кстати, смотрите, прикольно. А что прикольно, я не знаю. Ну что, готовы? Пацаны, подскажите. Маска откровения, либо сердце бабы Нины. Типа, где модер? Модера нет. Блокирует урон иногда, ясно. Как говорится, ну, лучше, чем никогда. А, вот у меня маска заработала. А, подожди. Иногда. Прикольно, прикольно. Сумка. Сорян. Порвал жопку. Фух, блин, я думал, реально умру. О, ты щит. Ты что, дурак? А ну, вылазь. Давай. Как на диком западе, кто быстрей? Скорострельность. Охереть, еще больше. Я просто прыгаю в дырку. Я уже спать хочу, я уже жрать хочу. А мы тут все возимся. Мне надо замочить сердце мамы. Понимаете? Я шо вам тут? Шутка какая-то. Смотрите, пацаны, тут кайф. О, это же хвост. Хвост. Мастер взлома. Взлома, 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 взлома. Или блин, мастер взлома. Звучит как, а? Вор. Блин, тупую. Блин, тупую. Мастер взлома. Как звучит. Отдай. А, я тут. Я не заметил, я думал, меня нет еще. Я думал, она меня не принесла обратно. А я в штанишках стою просто, незаметный. А я в штанишках гуляю по подвалу. Сука, въебу сейчас. Вот это я понимаю. Маманя. Блин, мне бы еще хпшки где-то взять бы, а, пацаны. Гриб, мухомор, либо же... Это что, это типа рисовалка какая-то? Paint 3D, что-то такое, как иконка Paint 3D, кстати. Капец, что-то у меня и без этого нормально все. Тут еще и мухомор, имба. Все характеристики. Еще и хп дали. Пацаны, пошлите разносить мамашу. Где мамаша? Покажите мне мамашу. Дайте ей... Не надо мочить мамашу. Тут мне со своими комнатами. Ой-ой-ой-ой-ой. Сорян, мамаш. Но я должен был замочить ее. Ну просто я не мог не замочить ее. Так. Ой-ой-ой, что это за... Удача. Скорость снаряда. Дальность. Бомбы, ключи. Не-не-не-не-не-не-не. Вот это вот не надо. Ну да. Ну шо, пацанва. Росинган берем вот этот, блядь. Слева. Или справа берем мертвого черта. Малыш, справа имба. Да тут что-то все имба, как вас послушаешь. Кьюба. У меня еще и друг появился. Что-то мне вся имба падает сегодня. Пяу. Безвыходная комната получается. Хочу есть. Да ты уже съела. Огурец. Так, ну вот мы в утробе. Ну шо, блин, утробу надо пройти. Матка один. Матка-детка. Ну, если вот так вот проходить, то, в принципе, мы должны пройти. Это кто? Падший? Падший, ты понимаешь, что ты слишком падший? О, черт. Черт, да ты лох. О, белое сердце в пустыне. Извините, я не буду говорить это слово. Ну, оно мне сразу в голову. Проклятье! Вавилонская блудница. И что значит? Ладно, прыгаем. В Паттайю. А что оно дает? Блин, последний, блин. Я надеюсь, мы выиграем. Но, блин, так, вот так вот и не выиграть. Это просто утроба. Сердце Лудомана.
Блять. А, не, так не сработает. А, оно держит ее. О-о-о. Да, пацаны, пацаны, я сделал это дерьмо. Я просто сделал ее. Я даже не умер и близко. Fucking shit этого казино. Ну что, блин, там комната какая-то была справа, блин, там что-то было, можно открыть. Он сейчас открывает сундук, а там он. Сам сидит в нем, да? Или он сейчас в него залезет? Да! Он тупо в него залезет. О, дурак тупой. О, нет, он вылезет панком. А, это на выбор, это рандом. Он панк, эмо, либо гот. Понятно. Там была комната еще справа, блядь.